паре новозеландского доллара к американскому доллару часовой график. На данном таймфрейме мы можем наблюдать продолжение нисходящей тенденции по данному рынку, хотя стоит отметить, что за последние две сессии коррекция была больше выражена в виде торговли в диапазоне между линией сопротивления 70-90 и линией поддержки 70-45. Факт приближения котировок к линии сопротивления нисходящего тренда дает хорошую возможность для открытия сделок на продажу по данному рынку с защитной остановкой чуть выше предыдущих локальных максимумов и потенциалом падения до 69-55, что представляет собой зону минимумов 21 июля этого года. На 4-часовом графике мы можем заметить, что котировки не просто продолжают падение, а динамика падения в принципе усиливается за последнее время. И факт отсутствия конвергенции между ценами и MACD говорит о том, что, скорее всего, падение на данном рынке продолжится.